Всем привет! Меня зовут Анастасия, и сейчас на улице очень холодно, и я постараюсь быстро вам рассказать, чтобы не замерзнуть. А расскажу я вам то, как мы на английском языке можем говорить о том, что на улице стоит настоящий дубак. Итак, для этого есть следующие фразы. It's frigid, it's frosty, it's freezing. И все эти три фразы, по сути, значат, что на улице очень-очень холодно. Еще есть такая фраза «It's biting cold». По сути, она значит то, что на улице стоит кусающий мороз. То есть очень холодно. И пока я еще жива, я вам скажу две идиомы, которые тоже можно использовать, чтобы передать все свои эмоции по отношению к тому, что творится сейчас на улице. Первая – это «It's a bit nippy outside». И вторая – «It's brick outside». Ну все, я побежала греться.